В ближайшие выходные Цивильск отмечает 425-летие. Но горожане уже получают подарки. В центре города начала работать клиника здоровья. Подробнее об этом смотрите далее. А еще после нашей программы вас ждет интервью по существу. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Правильный и вовремя поставленный диагноз – наиболее важная часть лечения. До сегодняшнего дня жители Цивильска вынуждены были ждать результаты анализов несколько дней, а иногда и недель. Часто, чтобы сдать кровь, приходилось ездить в Чебоксары. В медицинском центре клиника здоровья анализам уделяют особое внимание. Все анализы за один день – таков девиз нового центра. Здесь установлено самое современное оборудование. 160 анализов в час аппарат пропускает. Крутить пробирки не надо, берешь изведок, приносят, открываешь колпачки, ставишь реактивы отдельно, закрываешь, по компьютеру запускаешь и делается. УЗИ сердца, почек и других органов, гастроскопия. В клинике здоровья пройти обследование можно без очередей и в любой день. Кроме этого, в центре работают опытные врачи, которые тут же поставят диагноз и назначат лечение. Я тут рядом живу, да, мне очень хорошо, близко, все, сюда будем ходить. Зараз надо прийти и все анализы сдать. Нам это очень удобно. В числе первых клиентов глава администрации Цивильского района Сергей Артамонов. Пока он осматривает аппарат озонотерапии, палату дневного стационара и другие кабинеты, анализы уже готовы. Кстати, в день открытия биохимический анализ крови все желающие могли сдать бесплатно. Глава районной администрации отмечает, что развитию малого бизнеса в муниципалитете уделяют особое внимание. Это не только налоги в бюджет, но и новые рабочие места. Вот часто мы говорим, для молодежи нет работы, выезжают в другие регионы и так далее. Это самая основная проблема в районе осталась, такая одна из основных проблем – обеспечение работы. Работу центра и специалистов жители Цивильска могут оценить уже сегодня. Клиника здоровья работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 19 часов по адресу город Цивильск, улица Просвещения, дом 62.